На канале ОТС «Время новостей» в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Сегодня организации, отвечающие за техническое состояние лифтов, проводят проверки. Правила установки и безопасной эксплуатации лифтов изменились еще в 2011 году. И сейчас есть требования к устройствам, но не к использованию оборудования. Что послужило поводом для проверок, расскажет наш корреспондент Виктория Рыжих. Она на связи со студией. Вика, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Иван. Сейчас мы находимся в одном из жилых домов Дзержинского района, где проходит плановая проверка лифтового оборудования. Сейчас власти вносят изменения в региональную программу. Лифты должны будут отремонтировать за счет фонда капитального строительства. На эти цели потребуется около 200 миллионов рублей. А замена одного лифта вместе с установкой стоит на данный момент около 1,5 миллиона рублей. И главное внимание при проверке уделяется подъемным механизмам. Напомню, проверить лифты по всей стране приказал Минстрой после двух ЧП в Москве в декабре и в январе. Как нужно себя вести, если лифт вдруг неожиданно остановился, и чего ни в коем случае нельзя делать, расскажем в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо, Вика. Виктория Рыжиха о проверке новосибирских лифтов. К другим темам. Больше 30 человек поступили в больницу Новосибирска с обморожениями. Основная категория пострадавших – бездомные. А на работу общественного транспорта мороз не повлиял. Междугородные автобусы отправляются по расписанию. Чего не скажешь о личном автотранспорте. Многие машины просто не завелись, а на Ордынской трассе спасли замерзающего водителя. У пожилого мужчины в заглохшем автомобиле не было с собой ни денег, ни мобильного телефона. Добавлю, что синоптики обещают повышение температуры воздуха уже завтра. Самые сильные морозы в области зафиксированы в северном районе. Там столбик термометра накануне опускался до минус 36. Детские сады, школы и больницы работают в обычном режиме, но посещать их жители северного не спешат. Кому разрешается переждать холода дома, расскажет Ольга Рязанова. За окном ниже 30 градусов, значит, можно остаться дома. Тем более от дома до школы далеко, автобус не ходит. Но третьеклассница Соня занятия решила не пропускать и дошла пешком. Надо познавать, может быть, когда я пропущу, а другие ученики возьмутся за другую тему и будут больше знать. Таких смельчаков в северной школе немного. Для них все как положено. Уроки по расписанию, домашнее задание. В классе 24 ученика. Сегодня вот нас только 6. Пришли, наверное, самые стойкие и те, которые живут поближе. Темы мы проходим также по порядку. Дети работают на уроке. В классе у нас температура нормальная. Из-за холодов не ходить на занятия разрешают и ученикам старших классов. Начальные классы могут не посещать учебные занятия при температуре от минус 25 градусов и ниже. 5-9 классы от минус 30 градусов мороза и ниже. И 10-11 классы при температуре минус 35 градусов и ниже. Подача тепла в социальные объекты без перебоев. Котельные работают на 80% от всей мощности. Температурный режим у нас рассчитан на минус 39 градусов. И уже когда опускается температура ниже, конечно, тогда уже принимаются дополнительные меры. Сегодня в северном районе столбик термометра опустился до минус 36. Несмотря на то, что по прогнозам синоптиков вся неделя будет морозной, северян такими холодами не испугаешь. Ольга Рязанова, Андрей Ильдеров, новости ОТС. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости сообщают, кандидаты на увольнение получат госпомощь. Государство выделяет миллиарды на снижение напряженности на рынке труда. Минтруд разработал меры поддержки регионов, в которых в этом году ожидается повышение уровня безработицы. На снижение напряженности на рынке труда выделят 5 миллиардов рублей. Эти субсидии получат больше 60 тысяч предприятий, заявивших в декабре прошлого года о состоявшихся или предстоящих увольнениях. Общая численность работников в них составляет 14 с лишним миллионов человек. В список получателей федеральных денег правительство включит регионы, которые имеют программы по поддержке трудоустройства инвалидов, а также те, на чьей территории работают предприятия приоритетных отраслей, такие как машиностроение, жилищное строительство, автомобильная и легкая промышленность. Субсидии получат и регионы, которые имеют программы по развитию предпринимательства и поддержке работодателей. Также в текущем году государство профинансирует профобучение и стажировку работников, терпящих бедствия предприятий, и поможет людям открыть собственное дело. «Коммерсант» открывается статьей под заголовком «Сигаретам пошлют метку». Табачным компаниям готовят аналог системы ЕГАИС, которой уже пользуются ритейлеры алкогольной продукции.
Это необходимо, чтобы усилить контроль за оборотом табачных изделий. Специальную метку нанесут на каждую упаковку сигарет. Затраты на запуск новой системы регистрации и ее эксплуатацию могут стоить отрасли минимум 7 миллиардов рублей в год. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на сигареты. Есть и техническая причина. Производители табака используют высокоскоростное оборудование, позволяющее выпускать больше 20 тысяч сигарет в минуту. И параллельная технология нанесения метки осложнит процесс. Представители табачных компаний напомнили, что даже поэтапное введение единой государственной автоматизированной информационной системы, действующей на алкогольном рынке, привело к остановке заводов и дефициту спиртного на полках. И российская газета сообщает, спецкурс «Финансовая грамотность» введут в школах уже в следующем году. Изучать его будут в 9 классе. Подготовка педагогов начнется в ближайшие полгода. Изначально речь шла об отдельном предмете, но в Министерстве образования предложили ограничиться спецкурсом, на котором детям расскажут базовые вещи о процентных ставках, ценных бумагах и банках. В аппарате Центробанка полагают, финансовая грамотность россиян оставляет желать лучшего. В погоне за высокими процентами граждане часто доверяют свои сбережения мошенникам. Большая часть россиян и вовсе обходит банки стороной, не доверяя никому. Все это приводит к тому, что финансовая система не может полноценно развиваться. Другим темам. Русская классика и современная литература. Новосибирские школьники прочитали вслух отрывки из известных книг. В области стартовал чемпионат «Страница 16». Моя коллега Кристина Лата сейчас находится на месте событий. Кристина, здравствуй. Что читают участники и как оценивают, кто оценивает выступление? Здравствуй, Иван. Сегодня в Новосибирске стартовал чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников. Первыми на сцену вышли учащиеся гимназии номер 1. О том, какой отрывок предстоит прочитать, участники узнают лишь перед самым стартом. Все книги запечатаны в конверты, все очень строго, как на едином госэкзамене. Жюри, которое состоит из учителей русского языка и литературы, оценивает технику чтения, грамотность и, конечно, артистизм. Турнир сегодня проходит в 3 этапа. Это проза, стихотворение и этап, посвященный творчеству одного известного русского писателя. Какого именно и чем еще запомнился чемпионат по чтению, расскажу сегодня в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо. Кристина Лата с областного чемпионата по чтению вслух. И завершение о спорте. Хоккеисты Сибири на выезде провели игру с московским «Спартаком». Матч начался для новосибирцев с 2 пропущенных шайб, но уже во второй половине периода Степан Санников и Максим Шалунов воспользовались удалениями у соперника и сравняли счет. Дальше изменить цифры на табло удалось лишь в 3-м игровом отрезке. На 57-й минуте матча шайбу в ворота красно-белых забросил нападающий Сибири Владимир Бутузов. Спартаковцы сняли вратаря, и финальный штурм ворот Салака привел к голу за 7 минут до финальной сирены. В овертайме выявить сильнейшего не получилось, и уже в серии буллитов новосибирцы вырвали победу. Нашей команде удалось прервать серию поражений и подняться на 3-е место на Востоке. Добавлю, что в предматчевых списках игроков не оказалось нападающего Дмитрия Мони. Еще до начала игры он покинул команду и улетел в Новосибирск. После матча главный тренер Сибири Андрей Скобелко заявил о том, что клуб расторг контракт с хоккеистом. За новосибирскую команду Мони играл с 2013 года. Половину этого сезона он пропустил из-за травмы. Из 23 проведенных встреч текущего регулярного чемпионата Дмитрий Мони отметился 6 результативными баллами. При показателе полезности – минус 7. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей УТС смотрите в 18 часов. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.